выиграли 3-1 у команды Эстрил. Пару слов о прошедшем матче. Была такая напряженная игра, мало моментов было у той и другой команды. Повезло, реализовали. Ну, не могу сказать, что сыграли прямо на максимум, надо добавлять. Но, в принципе, главное 3 очка, будем ждать следующего тура. Сопернику спасибо. Спасибо. Так. Проиграли 1-3 команде Лион. Пару слов о прошедшем матче. Не знаю, матч как-то сразу не задался, игра была тяжелая. Моменты были, не залетело, вратарь играл хорошо. В принципе, не знаю, что еще сказать. Нужно набирать форму, играть дальше. Думаю, есть шанс побеждать. Спасибо. Спасибо.